Запомнил, что нужно говорить? Красавчик, спасибо. Доброе утро, мам. Доброе. Мам, тебя нас учительница с вальком в школу вызывает. За что? Я однокласснику чернила из лодки на штаны вылил, за то, что мне списать не дал. А я за волосы девчонок на перемене дергал. Короче, перепутал одноклассницу с учительницей и случайно ее за волосы дернул. Какие же вы конченые! Мне эту вашу сраную училку придется в жопу целовать, чтобы вас из школы не выгнали. Это ты в прямом смысле? Нет, конечно! Мам! Чё? Белым оплели тебя! То есть в школу ваша училка меня не вызывает? Нет! Слава богу! Ну, уроды вы! Нельзя так шутить! Ладно! В трусах прохладно! Так, хорошо, идите одевайтесь и ждите меня на улице. А мы куда? Попозже скажу. Хорошо. Ну, наконец-то! Мы уже задолбались тебя ждать! Ничего страшного! А куда мы, мам? Я никуда, а вы в детдом. Удачи! Смотри, смотри, Валёк, сейчас дверь откроется, и мама скажет, что это была пелвоплейская сутка. Не, Игорёк, не думаю. Может, дриснешь отсюда? Не могу. Почему? Мне апельсин очень хочется. А попросить нельзя? Я тебя знаю, Валёк, ты фиг поделишься. На. Он чё, отлавленный? Нет. А почему ты тогда со мной им поделился? Игорёк, с тобой проще поделиться, чтобы ты побыстрее свалил, а иначе ты будешь сидеть рядом и прожигать меня своим взглядом. Ну так-то да. Только... Всё? Только косточки не ешь, хотел сказать. Какие косточки? Ну, в апельсине которые. Ой, а я его вместе с косточками съел. Ну, поздравляю, теперь внутри тебя вырастет апельсиновое дерево. Я не хочу этого. А апельсиновому дереву пофигу. Мама! Блин, да где же он? Братан, ты джойстик от плойки не видел? Ты что, придурок, что ли? Он у тебя в руках. А второй где? Мы с Леночкой хотели фифушечку зарубиться, а я его найти не могу. Привет, Лен. Я его на помойку выкинул. А фонарил, что ли? Нафига? Он, походу, сломался. Это как? Ты что с ним делал-то? Ничего, я просто играл в плойку, и он леску перестал работать. Так это он просто разрядился. Это что, получается, я его зря выкинул? Да. Косяк. Ну и что делать? Может, ему куда-нибудь съездить? Хорошая идея. Куда мне съездить? Хлебальник. Валёк, ты что, ладного блата будешь бить из-за какого-то джойстика? Он вообще-то 3,5 косаря стоит. Из-за 3,5 косарей ты будешь бить ладного блата? Бабуля, спаси меня! А ну стой, хотёныш мелкий! Че, уроды, опять диван просиживаете? Ваши дневники. Блин, братан, мне сегодня 2 поставили. Мне тоже. Смотри, я это сделаю. Че, мам? Я говорю, ваши дневники. Наши дневники. Чё? Теперь каждый сам за себя. Мам, у нас сегодня училка дневники на проверку забрала и сказала, что только завтра отдаст. А твой Игорёк дневник где? Мой? А у нас сегодня, как и у Валька, училка тоже дневники на проверку забрала. И тоже сказала, что завтра отдаст. Ну ладно, тогда в другой раз ваши оценки проверю. Фух, занесло. Согласен. Так, стоп. Не нужны мне ваши дневники, козлы. Я ваши оценки на дневнике РУ проверю. Как думает, блатан, нам хана? Однозначно. Я не хочу умирать, Валёк. Я ещё так молод. Валёк. Валётик. Петусала. Что делаешь? Не надо, Игорёк, меня так называть. Да ладно тебе, петусал, что такого-то? Чё тебе, мелкий? Помоги мне с Дамаской, я 3 номера лисыл, а четвёртый вообще не могу лисы. А, 3 номера эти ты долго решал? Часа полтора. Хе-хе, давай тетрадку, ща я всё решу. Хе-хе, на.
Валёк, ты всё наделал? А нефиг было меня петушарой называть, на. Блин, капец. Ты знаешь кто? Ты Калейский петусала. Чего? Калейский, если что, значит конченый. Это что ты меня сейчас конченым петушарой назвал? Да. Игорёк, вали отсюда, пока я тебе лещей не надавал. Колосо, я уйду, но перед этим я скажу одно слово. Какое? Куколику. Зря, братан, ой, как зря ты это сказал. Толболезым стивилован. А ну стой, говно! Мам, а у меня теперь домашнее животное есть. Какое домашнее животное? Шмель. Да не бойся, мам, он не кусается. А, не кусается. Че за шум, а драки нет? Горек, а ты нафига шмеля домой принес, причем мертвого? Платан, это Госа, мое новое домашнее животное. И он не мертвый, он просто притворяется мертвым. Шмель притворяется мертвым? Валек, а ну прекрати смеяться над Госой. Гасан, фас его. Горек, бери его. Не, Блатан, Госа дана команда, и его уже не остановить. О, нет, блин, 2%. Тихо, тихо, ты куда так разогнался-то? Мне зарядка срочно нужна. Зарядка, говоришь, тебе нужна? За мной. Зачем? За мной. Ну ок. Начнем. Делай приседания. Не хочу. Делай давай. Все, хорош. Теперь отжимания делай. Да нафига мне это делать? Делай. Так, все, хорош. Теперь давай наклончики еще сделай. Да что ты ко мне пристал-то, бой? Делай. Все, Игорек, хватит, свободен. А нафига я все это делал? Ну ты же сам сказал, что тебе срочно нужна зарядка. Ты ее сделал. Да блин, бать, ты все неправильно понял. Зарядка мне нужна для телефона. У меня на нем 2%. А, да? Да! Ну, знаешь, утренняя зарядка еще никому не навредила, так что не ной. На, Госа, кусай. Игорёк? Да? Ты чё, ешь на уроке? Нет. А чем ты тогда шуршал? Да это я Гос конфеткой кормил. Ой. Какого ещё Гошу? Ты чё, своё домашнее животное на урок принёс? А? Игорь? Да, принёс. Либо прямо сейчас ты своего котёнка или щенка выносишь из кабинета, либо его отсюда вышвырну я. Госа не котёнок и не щенок. Это получается Гоша-крыса. Стой, Госа, стой! Клява Елизавет Поносовну Госу клысой назвали. Он никогда у своих не клал. И ему очень обидно слышать такое. Что мне, Игорёк, делать? Беда. Мам, мне очень кусать хочется. Когда ставка куда будет готов? Игорёк, всему свое время. У меня всего 2 руки. А ног сколько? Тоже 2. И у меня 2, и у бабушки 2, и у Валька 2, и у Настеньки 2. И вообще у всех людей в мире 2 ноги. А почему папа говорит тогда, что у него 3 ноги? Это у папы шутки такие, не обращай внимания. Понятненько. Мам, это, а что можно сделать, чтобы хотя бы какое-то время не думать о еде? Что? То... Игорёк, ты пазлы любишь? Люблю, только у нас дома их нет. Как это нет? Вообще-то есть. Да ну. Да. Держи, собирай. А что собирать? На банке кто нарисовано? Хрюшка. Ну вот, собирай хрюшку. Блатан, а что ты делаешь? Ну а ты попробуй, Игорёк, угадай. Сколько у меня попыток? 1. 1? Тяжело будет. Так, ты какаешь? Да сутю я, ты пьёшь кефир с овсяной печенькой. Красава, угадал. Ладан, а я тоже хочу. Налей кефир и возьми печеньку, в чём проблема-то? А может ты это сделаешь? Игорёк, блин, у тебя чё, рук нету? Ну пожалуйста. Блин, братан, какой же ты колготной.
А овсяную печеньку? Они закончились. Тогда дай ту, которая есть. Которая есть? Чё, других печенек, братан, нет. Да? Да, приятного аппетита. Спасибо. Братан, мне посылка прислала. А чё внутри? Посылка на ладе уплавления, которая глифтить умеет. Нарядно звучит. Ну, так это, маме скажи, что мне её бабушка подарила, окей? Зачем? Да просто я её с маминой карты оплатила, а она об этом не знает. Окей, скажу маме, что тебе её бабушка подарила. Вот говно. Чё, плохая? Нет. Сломанная? Тоже нет, говорю же, вот говно. В смысле говно? Реально говно. А ты где её заказывал-то? Да я в интернете, Валёк, сидел, и не реклама какого-то магазина с игрушками вылетела. Я перестал на него, увидел крутую машинку и решил заказать. То есть ты сделал заказ в каком-то непроверенном магазине? Ну да. А в проверенном не судьба была заказать? Нет. Почему? Потому что во всех проверенных магазинах она стоила кучу денег, а на этом сайте она была недорогая. Игорёк, а ты не подумал, что это может быть сайт каких-то мошенников? Я спрашивал, мошенники ли они. Они ответили, что нет. И за сколько ты это купил? За 2 косаря. За 2 косаря купить говно. Поздравляю, братан, выгодная покупка. Вать, а что ты делал самое экстремальное в своей жизни? Надо подумать. Я залезал в чужой двор, чтобы похавать клубники, несмотря на то, что по двору разгуливала 2 ротвейлера. Хрена себе. Да-да, ты, Валёк, что делал самое экстремальное в своей жизни? Так. Я на первом свидании с Леночкой напросился к ней домой, чтобы пописать, а сам срал, не включая воду. Жесть. А у меня вы по экстрим спросите? А смысл? Что ты мог, Игорёк, экстремального в своей жизни делать? Ну вы спросите, а я отвечу. Ну, а что ты, Игорёк, делал самое экстремальное в своей жизни? Я просыпался по будильнику, отключал его, лежал еще 5 минут с закрытыми глазами и не засыпал. Да ну нафиг! Офигеть! Like a boss, oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss, deep in cleaning, big pep holding.